为明天做翅膀，蓝天白云流动在光年之中，我看星空在闪动，你看我笑得多放松，我们这样迎着风说未来，我的梦，我的梦超越时空冲突，笑容始终守护我的星空，那栀子花绽放着盛开在最好时光，多好啊，我的梦，我的梦又落在你的手中，人海里相逢注定去之地，相约在光年之际，我答应你。Начинаем. Неплохо. Да, неплохо. Хорошо. Ну, как я сыграл? Хорошо. Ты будешь играть принца. Почему? По сценарию, принц — черствый человек. Тебе это не подходит. Я могу это сыграть, смотрите. Новичкам необходимо выбирать подходящие им роли для подстраховки. Понял? Он в порядке? Сяолинь, сходи, посмотри. Джин Син, ты хочешь отказаться выступать? Нет, я ушел подумать о роли. Подумать о роли? И какую роль ты хочешь? Я думаю, как меня все обманули, словно жалкого евнуха. Говоришь, не как евнух, а как император. Но Джин Син, в сценарии нет роли евнуха. Только если добавить. Какого евнуха? Не дразни меня. Ты с Лу Юйченем? Ты о чем? А что Лу Юйчень? В роли принца в одной сцене с тобой есть... Что такое там есть? Сцена с поцелуем. Сцена далеко от зрителей. Кто увидит поцелуй? Джейн Лэй сказал, ты добавишь сцену с поцелуем. У меня нет прав самовольно добавлять сцены. Но режиссер хочет добавить сцену с пением. Честно? Честно. Тогда можешь поговорить с режиссером, чтобы добавить в роль императора сцену с поцелуем. Обычный поцелуй. Но у тебя такой характер. Ты можешь увлечься этой сценой с поцелуем. Мы можем добавить тебе сцену с панци. Но... Я не хочу целовать постороннего человека. Почему? Почему у тебя так много требований? Раньше я тебя слушал. Послушай хоть раз меня. Твои требования необоснованные, поэтому не буду слушать. Просто ты завидуешь, что я устроила день рождения Лу Ченя. Что если в следующий раз я организую твой? Я не завидовал. Я просто раньше никогда не отмечал свой день рождения, и сейчас я тем более не хочу его отмечать. Почему? Ты сегодня ведешь себя как ребенок. Это история со сценой с поцелуем. Что еще? Еще... Что еще ты хочешь? Хочу поблагодарить тебя за ужин. Режиссер, я принесла поесть. Спасибо. Как они? Справляются? Сама посмотри. Ты сошла с ума. Жареную курицу надо запивать пивом. Но когда я хотел пива, я не нашел жареной курицы. Ты знала, что это я купил жареную курицу? Принц, я не хотела.
Я просто была очень голодна. Очень голодна, принц. Немного уважения. Я так принц. Хочу обнять тебя. Очень-очень. Но я сейчас немного напряжена, взволнована и напугана. Счастлива и растеряна. Простите слова. Но я же женщина императора. Мы не можем быть вместе. Ничего. Мне нужна женщина императора. Я... люблю тебя. Если сбежишь со мной... Стойте, достаточно. Подойдите. Все, подойдите. Хань Гулунь, сколько раз я тебе говорил. Ты телохранитель императора. Ты должен умолять возлюбленную сбежать с тобой, а не угрожать ей. Сяо Линь, ты можешь как-то взаимодействовать с партнером? Хоть как-то, а? Юй Чэнь. Если ты забыл слова, не надо отсебятины, просто хорошо все выучи. Заучи слова, пожалуйста, умоляю тебя. И еще ты, Панти. Я так устала. Императорская наложница, ты сошла с ума? Сяо Ци, ты сидишь так уже целый день. Отдохни немного. Мне нужно подправить кое-какие слова. Этот сценарий немного сложный. Наши реплики не соответствуют нашим характерам. Я должна играть добродетельную девушку, а быть прислугой явно не мое. Тогда подберем подходящий тебе образ. Сяо Ци, есть еще билеты на спектакль? Нет, ты хотела кого-то пригласить? Хуан Сяогуан может появиться. У нас с ним 15-летняя годовщина. Я хочу, чтобы он пришел. Зачем тебе билеты? Идите сразу на сцену. 15 лет. Это же любовь с детства, Сяо Линь. Как вы начали встречаться? Ты нам никогда не рассказывала. Как он тебя очаровал. Я первая в него влюбилась. Он что, в прошлой жизни галактику спас? Что смог привлечь твое внимание? Мы были учениками младших классов. Я любила поесть. На переменах он бегал для меня за перекусом. Я привыкла к этому. И постепенно влюбилась в него. Не ожидала, что первая красавица общаги Мо Сяо Линь когда-то оптом скупала закуски. Красивые девушки любят поесть. Но, Сяо Линь, прошло столько лет. Неужели ты никогда об этом не жалела? Нет, никогда. Я думаю, что теперешний он... Сяо Линь, когда вы будете праздновать это событие? Вы же не будете просто смотреть спектакль. Я всегда хотела сходить в парк развлечений ночью, посмотреть на фейерверки. Но после поступления у нас было много сложностей, и он так меня не сводил. Он пообещал, что в эту годовщину обязательно меня сводит. Это исправленный сценарий. Я уже обсудила со старостой. Надеюсь, с этим вы сможете выступить. Посмотрите. Это что, шутка? Я только выучил все слова, теперь заново переучивать. Сяо Ци, осталось мало времени. Не слишком ли смело менять сейчас сценарий? Ни у кого из нас нет опыта. Устаем даже от заучивания реплик. А ведь еще нужно сыграть как профессиональные актеры. Поэтому я долго думала. И считаю, что самый лучший способ – сыграть самих себя. Было бы намного проще, если бы мы смогли найти... что-то общее между сценарием и нами. Ты говоришь о «За пределами световых лет»? Да, мы все играем «За пределами световых лет». Хоть персонажи игры и вымышлены, но все-таки там мы играем самих себя. Поэтому я переделала сценарий под «За пределами световых лет». Также я изменила характер героев, чтобы они совпадали с вашими. И я изменила сюжет под то, что мы пережили. Найти опасного разбойника. Это тот случай с монстрами в игре?
А? А это повышение до наложницы связано с тем, как мы сдавали физику? Верно. Ну как вам? Очень хорошо. Мне нравится. Моя роль очень изменилась. Мне без разницы, все подойдет. А вам? Сяо Ци, мы будем выступать по игре? Обстановку игры мы все знаем. А сюжет будет играть согласно сценарию? Благородные дела, что я совершаю в игре, похоже, в сценарии не учитываются. Я добавила эту часть, но в роль Луи Ченя. Почему не в мою роль? Очевидно же, что это моя роль. Ваше Высочество, если сбежите из дворца, чтобы совершать дела, то что нам делать? Пань Голунь, ты играешь только императорского телохранителя. Мне всего лишь нужно оберегать Сяо Линь. Но сценка, где ты оберегаешь, ее очень короткая. Хватит и этого. А ты что скажешь, Сяо Линь? Я считаю, этот сценарий нам гораздо ближе. Не нужно глубоко вникать в сценки, стоит попробовать. Хорошо, раз уж все согласны, тогда приступим, у нас мало времени. Идем. Хорошо. Хорошо. Идем. Вперед. Пошлите. Идем. Идем. Моя роль ушла к Лую и Ченю. Папа, я и правда не развлекаюсь. Мы с сокурсниками готовим выступление. Поговорим позже, у меня дела. Как тебе? Весело? Пока. Сожми мою руку покрепче. Зачем? Разве я тебе не нравлюсь? Когда я позвоню, будешь меня сопровождать? Договорились. У тебя здесь пятно. И кто же... эта девушка? Кто? Кто? Кто же? Пока вы готовы следовать за принцем, принц готов... жить вместе с вами, скитаться по миру, пойти хоть на край света. Света, све... Ты что, привидение увидел? Ты здесь? Хотел кое-что у тебя спросить. Выбирай ту, у которой грудь побольше. Что ты несешь? Я хотел спросить. У меня есть друг, а у него есть подруга. Близкая и дорогая ему подруга. А парень этой близкой подруги изменяет ей. Ты должен помочь мне решить, должен ли мой друг рассказать всю правду своей близкой подруге, что ее парень посмел изменять ей, что у него очередная посторонняя девушка. Должен. Настоящий друг должен помогать избавляться от плохого окружения, чтобы друзья больше не страдали от всякого зла. Не останешься ли так совсем без друзей? Все будут считать тебя доносчиком. Тогда не говори. Желаю этой девушке поскорее раскрыть глаза, раз этот друг не хочет быть злодеем. Ты можешь разговаривать нормальным голосом? А что, если девушка так и не раскроет глаза? Этому другу ведь придется ждать. Конечно, придется. Но раз уж друг сомневается, он должен быть готов ждать бесконечно долго. У кого хватит терпения? Этот друг совершает добрые дела, а не заделался тайским монахом. Тогда узнай, какие плюсы быть монахом. Плюс в том, что, находясь в горах Худжи, усердно практикуясь, достигнешь состояния Будды. Это... Тогда не жди. Просто скажи ей прямо. Не хочешь ждать? Борись. А что, если она возненавидит друга? Или если эта девушка не испытывает чувств к другу? Тем более все в одной тусовке, я боюсь. Тогда чего ты хочешь? Притворись, что ничего не слышал и не видел. Тогда тебе нечего будет сказать. Вариант хорош, но цена слишком высока. Я не могу остановиться. То есть не планируешь рассказать Сяо Линь, что ее парень изменяет ей? А я не говорил, что эта девушка Сяо Линь. Я сказал, что это девушка, которая нравится моему другу. Ладно, хорошо, твоему другу. Передай своему другу. Что, раз он такое сыкло, пусть ничего не говорит. Но тогда его слабость превратится в жестокость. Но если все-таки не расскажет, то будет хуже животного.
О чем они разговаривали в розовом мире? Алло? Алло, что делаешь? О, чё слова? Ты совсем дурак? В одиночку учить слова. Если я не буду учить, ты за меня выучишь. Сяо Ци сейчас одна в театре. Не мне тебе говорить, что делать. Я не знаю, о чем. Что ты сказала? К тому же, вы оба свободны. Кстати, не приходи с пустыми руками. Купи ей что поесть, она наверняка голодная. И еще, не покупай ей малатан или типа того, у нее десны воспалены. Купи что-то пресное, типа каши. Дьявол превратился в странника, чтобы прокрасться во дворец и убить императора. Таким образом, парящий пион превратилась в дворцовую служанку. А? Чего пришел? Я увидел, что внутри горит свет. Подумал, ты еще репетируешь, поэтому принес поесть. У тебя есть совесть? Вот, поешь. У тебя сейчас десны воспалены, поэтому я принес пресной еды. Откуда ты об этом узнал? Ты не заметила, что последние несколько дней у тебя щеки опухшие? У меня? Правда? Так заметно. Ничего страшного, ешь. Салат Цезарь. Ты меня знаешь. Отключили свет? Джен Лэй, я как знал, что ты будешь слишком активной. Что, Джен Лэй? Ничего. Пойду позову мастера, чтобы починил. Нет, не стоит. Я сразу понял, предохранители полетели. Ты же знаешь, я мастер в починке этого. К тому же, здесь кромешная тьма, тебе опасно куда-то идти. Какая опасность в театре? Ты слышала очень-очень страшный рассказ о здешнем привидении. Однажды на премьере спектакля погиб человек. Парень должен был играть главную роль, но был лишен ее. Он умер от горя, стал привидением и теперь блуждает здесь. Я буду осторожна. Но это еще не все. Еще он убил того, кто забрал у него эту роль. И с тех пор он стал здешним злым духом. Долго не уходит отсюда. Он же не может вселяться в людей? Я с хорошими намерениями, а ты? Все студенты, выступавшие здесь, в курсе, что если выключился свет, это пришел злой дух. А знаешь, зачем он пришел? Он ищет сценарий, в котором сможет сыграть главную роль. Смеешься надо мной? Таким детективом меня не обдуришь. Я переживаю за тебя. Здесь так темно. Вдруг ты случайно упадешь. Давай продолжим есть. Как можно есть в такой темноте? У меня есть идея. Иногда люди зажигают свечи, а у нас будет фонарик на телефоне. Хорошо. Давай, любимая наложница, приготовься. Ты в порядке? Что говоришь? Ты чуть не проткнул мне глаз. Дай посмотрю. Что там? Крови нет? Дай повнимательнее посмотреть. И чем вы тут занимаетесь? А ты чего пришел? Я увидел, что свет погас, и пришел включить его. А вы тут что делаете? Это наш секрет, тебе какое дело? Какой секрет? Ты пришел как раз кстати. Я хотела порепетировать последнюю часть сценария. Хорошо, я тоже хотел порепетировать.
Я заметила один момент в пятой реплике в третьей сцене. Я думаю, что надо так. Я считаю, что так не очень. На самом деле, ты сначала должен стоять здесь. Все и так одеты в костюмы. Зачем еще ему волосы укладывать? Только и может беспомощно таращиться. Взглядом не убьешь. Неизбежно есть желающие навредить моему величеству. Мое величество тоже может тебе навредить. Не двигайся. Посмотри. Так красиво или нет? Побеспокою вас немного. Это мой новый ассистент, Тан Синжань. В будущем она будет выступать. Она поможет вам с материально-техническим обеспечением. Всем здравствуйте. Как круто, режиссер. Быстро нашел нового помощника. Выступать на сцене всегда было моей мечтой. Наставник Дзян предоставил мне такую возможность. Кажется, у кого-то есть поклонники. Синжань, иди на сцену и встречай зрителей. Хорошо? Хорошо. Послушай, я схожу с тобой, посмотрю, есть ли там красавчики. Идем. Хорошенько подготовьтесь. Так много людей. Куда нам идти? Сейчас посмотрю. Наши места там, где четные числа. Нам сюда. Идем, дорогая. Хорошо. Как много людей. Куда ты меня тащишь? Мне еще надо в туалет сходить. У тебя девушки нет, а ты все в туалет рвешься. Какой девушки? Откуда ее взять? Куда ты меня ведешь? Мне правда надо в туалет. Иди за мной. Они настолько близки, что вместе ходят в туалет? Вчера был такой шанс, а ты его упустил. Неужели даже выключенного света было мало? Или мне нужно было отправить кого-то помочь? Ты о Луи Чене, который прервал нас? Кто ж знал, что он так быстро починит свет? Однако Сиа Ци пообещал устроить мой день рождения, тогда я и расскажу ей о чувствах. День рождения? До него еще полгода. А если она Лу Ченя втянет в организацию? Тогда я чаще буду играть в паре Сяо Ци, чтобы ее чувства разогрелись. Ты играешь уже столько лет, хоть одну девушку заинтересовал? До сих пор сидишь один. Ты все еще ничего не понял за это время? Играть и заинтересовать девушку? Между этими делами есть общий принцип. Не нужно быть распущенным. Возьми себя в руки. Я никогда в жизни не смогу сражаться с монстрами, как Лу Ючень. Кто тебя просит сражаться, как Лу Ючень? Если ты не будешь стараться и бороться, то откуда появится шанс? Тебя это не беспокоит? Пододвинься. Это неприемлемо. Меня могут убить. Ты же знаешь, Сяо Ци хорошо к тебе относится. Чего тебе бояться? Не упусти шанс и расскажи о своих чувствах. Как придет время, извинишься перед ней и заодно раскроешь карты, зато станешь ее парнем. Правда? Конечно! Запомни, смелый план, осторожные действия. Никогда не опускайся до пошлости, понял? В этот момент ты смотришь в эту точку, это покажет, какой у тебя внутренний... Староста, староста, мы вернулись. Как там обстановка? Очень много людей. Хорошо. Пан Ци, ты не видела Сяо Гуана? Не видела, но я видела старосту кружка полуденного сна. Юкай? Зачем он пришел? Похоже, пришел с семьей посмотреть выступление. Рядом с ним сидел дедушка. Они разговаривали и смеялись. Дедушка? Как он выглядел? Выглядел очень доброжелательным. Глаза были такими. Это преподаватель Сюнь. Преподаватель Сюнь? Юкай хочет побыстрее избавиться от нас. Почему? Что за преподаватель Сюнь?
Я вам расскажу. Этот человек по фамилии Сунь раньше был преподавателем бухгалтерского учета. Известен своей расчетливостью. После выхода на пенсию стал руководителем кружков. Уменьшить количество кружков – это его инициатива. Юкай хочет, чтобы мы опозорились. Ищет причины, чтобы нас закрыли. Кстати, сколько людей пришло? Более 200. Так много народа. Более 200? Больше 200? Мы можем стать знаменитыми? Откуда так много людей? Я раздала всего пару десятков билетов. Кроме студентов нашего универа, пришло много каких-то чужих мужчин и женщин. Я не ходила к другим кружкам рекламировать выступления. Что вы делаете? Туда нельзя. Моя дочь Сяоци выступает здесь. Хорошо, проходите, спасибо. Сяоци, где ты? Моя дочь знаменита. Как только сказал, про тебя сразу пустили. Папа, мама, зачем вы пришли так рано? Сегодня разве не твой счастливый день? Верно, мы пришли заранее, чтобы поддержать тебя. Пожелать тебе и твоим друзьям успешного выступления. Вперед, к победе! Всех этих людей случайно не вы приняли? Это твоя мама всех пригласила. Я позвала всех своих бывших сокурсников и коллег. Всех без исключения. Очень впечатляющая пьеса. Папа беспокоился, что вы не ели, поэтому мы принесли много вкусного. Так много? Я сейчас не голодна. Сейчас не голодна, а позже пригодится. Верно. Здесь все, что вы любите. Сладкий чай с молоком. Еще есть блюдо, которое я недавно придумал. Называется «Слои здоровья». Папа, нам нужно еще подготовиться. Тогда мы пойдем. Дочка, желаю успешного выступления. Спасибо, мама. Ладно. Удачи. 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 Хорошенько подготовьтесь. Удачи вам. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Не будем вам мешать. До свидания. До свидания. Сяоци, у тебя классные родители. Панци, иди переоденься. Скоро твой выход. Хорошо. Продолжай смотреть. Алло, Сяогон. Ты пришел? Я тебе не говорил, что сопровождаю одногруппника в больницу. Я не смогу. Удачи, хорошего выступления. Не жди меня, я не смогу прийти. Но ты обещал прийти. Если получится. Все, пока. Дорогой, с кем ты разговариваешь? Ни с кем, идем. Алло? Извините, позвольте пройти. Какие у нас места? Вот здесь. Присаживайся. Добрались. Здравствуйте. Это мой бывший одногруппник. Здравствуйте. Прошу прощения, вы не ошиблись местом? Посмотрите, пожалуйста, билеты. Мое место? Верно, возможно, вы ошиблись местом. Верно. И правда. Да, у меня второе место. Извините. Это случайно не Лу? Посмотри, как эти двое хорошо смотрятся. Замаскированы под занавес. Здравствуйте. Здравствуйте. Кого наш Чинчэнь будет играть? Он тебе не говорил? А вроде тогда играет будет играть принца? Вы родители Лу и Чэня? Моя дочь Сяоци тоже будет выступать. Эта пьеса основана на событиях в императорском дворце. Моя дочь написала сценарий. А еще она автор рассказа. Вашего сына Луи Ченя пригласили на главную роль. Роль принца. Принц и император влюбляются в главную героиню. Ее будет играть моя дочь. И в конце принц с моей дочерью будут вместе. Но есть и отрицательный герой. Он внезапно... Не говори, достаточно. Раскроешь всю интригу. Зачем им тогда смотреть выступление? Болтаешь без перерыва. Выступление скоро начнется. Закрой уже рот. Начинается. Первая сцена в «За пределами световых лет». Город Солнца. Где ветра встречаются с облаками. Текут подземные воды, строятся коварные замыслы, а жизнь народа проходит в неимоверных страданиях. И в то время появился всеми благословленный Спаситель. Она
Первая в Поднебесной женщина-рыцарь, парящий пион. Смотрите, моя дочь, Ся Сяоци, и сценаристка, и актриса. Я защищу невинный народ. Вы баннер сделали? Не окажется слуга? Как почему мы не додумались? Однажды парящий пион получил известие, что злой дух реки превратился в странника и решил пробраться во дворец и убить императора. Тогда парящий пион переоделась в дворцовую служанку, чтобы тоже пробраться во дворец и защитить императора. Чтобы сохранить мир в городе Солнца, она использовала секретный прием. Как я сыграла? Я не смотрел. Почему? Иди за мной. Ты должен выйти на сцену. Спокойный дворец города Солнца, где жители так ограничены и глупы. Весь мир — государева земля, и я один брожу по свету. Мое величество — мужчина среди юнцов, средоточие города Солнца, прекрасное сердце дворца, рыцарь реки, непревзойденный император мира за пределами световых лет. Мое величество, ради императорского трона мы управляем множеством дел, погружены в политику. Не свободны от забот. Это император? Это же Джан Син, вот и он объявился. А вы знаете того парня? Он ухаживает за моей дочерью. Однако я еще не дал согласия, мне нужно его хорошенько проверить. Верно. Иначе бы во дворце ежедневно появлялись бы болезни. Сегодня хорошая погода. Староста, кажется, он говорит не по сценарию. Он импровизирует? Ужас, он забыл слова. Голубое небо голубое, а солнце круглое. Белые облака белые. Ты, побыстрее найди главную героиню. Пусть они встретятся с императором. Хорошо. Быстрее. Посмотрите. Что такое? Остерегайся Джан Сина. Джан Сина? Почему? Он... Возможно, на сцене он что-то тебе сделает. А? Когда-нибудь и я смогу играть главную роль. Ты играешь главную роль. Спасай выступление. Йоне, быстрее иди за мной. Нет времени объяснять. Быстрее. Но Йоне... Рынок впереди очень оживлен. Джан Син забыл слова. Быстрее выходи на сцену и спасай пьесу. Живо. Наконец-то ты пришла. Почему ты? Это же не мой выход. Сейчас у меня сцена Сяо Ци. Почему там Пан Ци? Где Сяо Ци? А? Она что, не главная героиня? Она в костюме главной героини. Куда все пропало? Где мой костюм? Нет, это не он. Беда. Пан Си играет твою роль. Молодой господин действительно талантлив. 6 на 8. 48. Вы тоже очень талантливы. 5 на 7.
35. Такие вопросы вообще не трудные. Быстрее. Задайте еще один вопрос. Тогда слушай. 7 на 8. 56. Неплохо. Тогда еще вопрос. 6 на 9. Додумались же тянуть время таблицы умножения. Они действительно стараются. Ну как? Сяо Ци, почему на панце твой костюм? Я бы тоже хотела знать. И как нам выкрутиться? Моему клубу конец. Прости. Это я виновата. Я привела не ту. Нет, я плохо объяснил. В крайнем случае, когда нас закроют, уйду в клуб полуденного сна. Не плачь, еще не время. Нужно придумать план. Верно. Позволь мне выйти на сцену. Синжань, принеси костюм панцы. Ты выйдешь? Хоть и правильно, но Ваше Величество ошиблось несколько раз. На последний вопрос я ответил правильно. Эту сцену ты спасешь, но вся пьеса перемешается. Хоть мой папа и одаренный повар, но он верно говорит. Не торопитесь, если невкусно, жуй потихоньку, тогда привыкнешь. Я написала этот сценарий. Пусть все перемешалось, я приведу в порядок. Синжань, толкни меня. Удачи! Удачи! Почему ты пришла только сейчас? Ничего не говори. Подыграй мне. Сяо Суэ, наконец-то я нашла тебя. Ты не поранилась? Этот человек обидел тебя. Я помогу. Староста, Сяо Ци тоже играет не по сценарию. Какой уже тут сценарий? Тебя мама не учила, что и верхом нужно соблюдать правила дорожного движения? Ты поранил мою сестренку. Я... Что я? Ты... Что ты? Она... Что она? Сотрясение ж будет. Я из тебя всю дурь выбью. Староста, по сценарию император переоделся простолюдином ради инспекционной поездки. Встретил там героиню, влюбился в нее. Но как можно с первого взгляда влюбиться, если тебя бьют? Да ладно. Джен Син играет такого императора, который влюбится именно от избиений. Зрители пока не реагируют. Значит, они пока еще терпят. Какая низкая интрига. Извиняйся! Убери руки! Еще раз меня ударишь, и я прокляну весь твой род. Считаешь себя могущественным? Быстро извинись перед моей сестренкой. Вот и момент. Что он будет делать? Извини меня, Сяо Ци. Быстрее, быстрее. Император? Я опоздал спасти его величество. Оказывается, ты и правда император? Чему было так спешить? Я пришел спасти вас. Чё? 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 А неплохо. Ты смогла вернуть пьесу к сценарию. Зрители смотрели с увлечением. Я так испугалась, сердце до сих пор колотится. Это все из-за меня. Я спешила и привела не того. Не беспокойся. Если бы кое-кто не надел костюм Сяо Ци, не было бы переполоха. Слава богу, Сяо Ци спасла положение. Будем считать, мы всех обманули. Сяо Ци, я в тебе не ошибся. У тебя действительно есть актерский талант. Я чуть не умерла от волнения. Ты тоже пострадал. Сделаю тебе массаж. Здесь. Да-да, здесь. Немного сильнее. Сейчас на сцене один Луи Чэнь. У него там все хорошо? Я с ним репетировала. Он хорошо говорит. Не должно быть проблем. Но у него паралич лица. Он просто заморозит сцену. За собой следи. Сколько раз я тебе говорила учить слова? И кто в итоге забыл роль? О, нет. Я только что вспомнил, что Сяо Ци назвала Пань Ци сестренкой. Но по сценарию... Пань Ци — наложница Лу Юйченя. Вы не могли знать друг друга. Верно. Я наложница, а не прислуга. Но ты надела костюм прислуги. В следующей сцене как мы это объясним? Как ты из прислуги станешь наложницей? Мне могут оказать благосклонность.
Да пофиг. Зрители на такую мелочь внимания не обратят. Продолжим играть. Так не пойдет. Не страшно плохо сыграть. Но надо придерживаться логики сценария. Это основа нашей работы. Что тогда делать? Мы же не можем переиграть ту сцену. Простите, я так напряглась на сцене, что про это забыла. Не вини себя. Уже неплохо, что ты спасла выступление. На самом деле, я не буду возражать, если кто-то будет играть две роли. Верно. Ты можешь быть младшей сестрой Пан Ци, разлученной с ней много лет назад. Сейчас во всех сериалах такое. Мы не сможем потом вернуться к сценарию, слишком большие изменения. Действительно не подходит. Просто уберем роль наложницы из сценария. Ваша сценка с Луи и Ченем не обязательна. Она не повлияет на пьесу. Я могу просто прочитать это вслух. Хорошая идея. Так и сделаем. Но я сыграла всего одну сцену. Не произнесла ни одну реплику. А вы хотите убрать мою роль? Это... Сяо Ци, а ты что скажешь? Но это самый лучший выход. Надо выбрать меньшее зол. Благодари небеса, раз твое выступление закончено. А еще подумай, не от тебя ли все беды? Да, конечно. Все моя вина. Так мне и надо. Пан Ци! Тебе скоро на сцену. А она пусть немного остынет. Чего смотришь? Я сказал правду. Пан Ци всегда хотела выступать. Появился такой случай, и она его тут же лишилась. Она будет злиться. Найди ее и извинись. А? А где Сяолинь? Следующая сцена с ней. Кстати, я не видела ее с начала спектакля. Я только что видела ее. Она была сильно бледная. Пойду поищу ее. После встречи с красавицей, принц постоянно думал о ней. И кто в конце концов? Та красивая девушка. Смотрите, какой статный красавец. Какой выразительный взгляд. Это же Луи Чэнь. Ваш сын очень одаренный. Time to, 我给的温柔
守候。